Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Утром 22 июня 1941 года жизнь всех советских людей, мужчин и женщин, стариков и детей, горожан и крестьян раскололась на «до» и «после». Общий враг, общая опасность, общая беда объединила всех. В первые дни и месяцы шока, смятения и гнева трагическая реальность войны обрушилась на художников с той же неожиданной и страшной тяжестью, что и на их сограждан. На осмысление происходящего средствами искусства не было ни времени, ни возможности. В произведениях первых военных и месяцев эта реальность не столько познавалась, сколько документировалась и непосредственно отражалась. Многое из того, что создавалось в то время художниками, делалось по срочному, чрезвычайному заказу партии и правительства. Но работы, призванные прежде всего консолидировать нацию, поднять боевой дух, насыщались искренностью и подлинностью чувств, разделяемых художниками со всем народом. В произведениях живописи, графики, скульптуры, будь то экспрессивные городские пейзажи, репортажные схваченные сцены фронтовых будней или портреты первых героев, проявились не только отчаянное напряжение начала войны, горечь случившихся и ужас грядущих потерь, но и твердая, спокойная воля к сопротивлению, воля к пока еще непредставимой, но необходимой как жизнь победе.5 декабря 1941 года Красная Армия остановила врага на подступах к столице и перешла в мощное контрнаступление. Победа в битве за Москву стала событием, имевшим не только принципиальное военно-стратегическое, но и невероятно морально-психологическое значение. Искусство продолжает документировать историю и следовать за реальными событиями. Живопись сохраняет общую суровую цветовую гамму, свинцово-серую, почти монохромную, но оборонительная сюжетика первой военной зимы ощутимо сменяется героически наступательной. На полотнах появляются подтянутые, хорошо экипированные, готовые к бою партизаны, наступающие части Красной Армии, и образы поверженного врага поданы либо практически репортажно, либо метафорически через изображение боев и побед местного значения. В драматический холодный колорит полотен врывается яркий свет и теплый цвет. И хотя это свет и цвет артиллерийских залпов, трассирующих пули прожекторов, общий колорит картин войны становится не только более теплым, но даже романтически красивым. К 1943 году, когда все яснее становился итог Сталинградской битвы, окончательно переломивший ход войны, героико-оптимистическая нота в работах выезжающих в районы боевых действий художников звучит все отчетливее и решительнее. Колонна пленных немцев выглядит жалкой на фоне развалин разрушенного, но выстоявшего в великой битве города. Фронтовая дорога Юрия Пименова 1943 года, разбитая и разъезженная, бьется среди руин и покореженной военной техники, и не видно пока конца страшной войне. Но девушка-водитель уверенно ведет автомобиль в уже обозначившееся светлое будущее. И не случайно художник повторяет здесь композицию, отчасти сюжет едва ли не самой жизнеутверждающей своей довоенной картины «Новая Москва» 1937 года. Начавшееся после Сталинграда и Курска масштабное наступление советских войск не только переломило ход войны, но и во многом изменило сознание людей, вселив надежду и высвободив душевные силы для осмысления происходящего, для исторических параллелей и аллюзий. Изобразительное искусство обращается к ратным подвигам прошлого, к памяти славного русского оружия, к образам великих полководцев-победителей Суворова, Кутузова. Особое значение обретает историческая фигура Александра Невского. Образ князя, воина, победившего на Чудском озере именно немцев, напавших на Русь за 700 лет до победоносных сражений Великой Отечественной, был особенно важен и воюющему государству, и художникам, и их аудитории. Параллель с этим полководцем, ледовым побоищем и сокрушительной победой над ливонскими рыцарями была не только патриотически вдохновляющей, но и исторически безупречной. По мере того, как линия фронта отодвигалась от Москвы, выезжавшим на передовую и следовавшим за наступающей Красной Армией художникам шаг за шагом открывались страшные доказательства свирепости завоевателей. Обгорелые печные трубы, торчащие на месте сожженных дотла деревень, искалеченная земля, обезображенные мертвые, измученные, истощенные, бездомные, обездоленные, выжившие. Свидетельства вражеских зверств, как рассказы очевидцев, потрясали любое воображение. Тема оккупации стала в изобразительном искусстве военных лет одной из основных. Обугленные деревья и голые печные трубы на фоне пустого неба едва ли не самый распространенный документально-образный мотив этих сюжетов. Он точнее всего передавал реакцию художников на увиденное и услышанное. Ужас от демонстративной жестокости оккупантов, ненависть к ним, сострадание к жертвам. В то же время в сюжетах, связанных с оккупацией, возникает и разрабатывается еще одна эмоционально-нравственная тема – стойкость, мужество и бесстрашие непокоренных героев сопротивления, тех, кто погибает, но не сдается, тех, чья несгибаемая вера в победу правого дела сильнее беспощадного врага, сильнее самой смерти. Третьим и очень важным аспектом темы становится формирование гротескного образа захватчика, звероподобного, страшного и жалкого одновременно, злобного и жестокого, но уязвимого. Таким образом, в произведениях, созданных непосредственно по следам оккупации, сформировались магистральные темы художественного рассказа о войне. Непомерность страданий народа, беспримерность его мужества и героизма, беспощадная ненависть к врагу и вера в победу. Труженики тыла включились в битву с фашистскими захватчиками с первых дней войны. Заводы и люди, в срочном порядке эвакуированные вглубь страны, на Урал и в Среднюю Азию, вместе с местными жителями круглосуточно работали, чтобы обеспечить фронт всем необходимым – продовольствием и обмундированием, оружием и боеприпасами, военной техникой и топливом. Но только к 1942 году, когда война перестала быть неожиданной катастрофой, а превратилась в тяжелую, но привычную обыденность, тыловые сюжеты становятся значимыми для искусства и разнообразными в своей направленности. Индустриальная тема становится главной. Фронтовой заказ Виктора Говорова, Уралфронт у Дмитрия Тархова, наступление начинается здесь Николая Голубчикова. В самих названиях таких полотен слышится лозунг: «Все для фронта, все для победы», в соответствии с которым живет вся страна. Одновременно формируется героико-лирическая линия, где темы ратного труда и тыловых будней соединяются через образ тылового госпиталя раненых бойцов. Особую группу полотен лирической линии образуют картины, объединенные мотивом вестей с фронта. Письмо может быть живым репортажем с места трагических событий. Но чаще это благая весть, сам факт получения которой обозначает маленькую победу жизни над смертью, поэтому его слушают все. И семья, и друзья, и соседи. Любая весточка от далеких, находящихся постоянно в шаге от смерти, близких, становится источником жизни для тех, кто в тылу. Более 25 миллионов жизней отняла у страны и народа Великая Отечественная война. Но долгожданная победа словно осветила своим сиянием всех, и переживших, и дождавшихся, и навеки потерявших на войне родных и близких. Вместе со страной каждый праздновал не только военную победу СССР над фашистской Германией, но и победу мир над войной, жизни над смертью. Общее ликование и облегчение, конец войне, конец мучениям, лишениям и потерям отозвались в искусстве уверенным возвращением в живопись открытого и яркого цвета. Вспыхивают разноцветными огнями фейерверки, пестрят пятна ярких одежд, вернувшейся на послевоенные улицы нарядной, хотя и поредевшей толпе. Свет победы, свет поборовший тьму, становится главным героем в живописи первых послевоенных лет. Ясное и теплое майское солнце выхватывает из тени солдат-победителей, празднующих победу у мрачной громады Рейхстага. Умиротворяющее свечение окутывает сцену мирного сельского труда. Ослепительное сияние заливает двор и крыльцо, где собрались слушатели фронтовой весточки. Ярким светом наполнена комната, где примеряет первое цивильное платье, сбросившее гимнастерку, но еще не снявшая кирзовые сапоги девушка-солдат. Тени и полумрак покрывают поверженные фашистские штандарты, каски и оружие, иконный памятник германскому полководцу. Символы той темной и неодолимой, казалось, силы, которые страшным напряжением и ценой тяжелых потерь одолели обычные живые люди, устремленные к свету свободы и мира. Победа советской армии в Великой Отечественной войне показала спасенному от фашизма миру, что доблесть русского оружия и великие полководцы-победители – это не только гордое прошлое, но и славное настоящее страны и ее народа. Значимым, реалистическим и метафорическим мотивом в картинах, посвященным триумфу и триумфаторам, становятся поверженные символы побежденного нацизма. Имена тех, кого называют маршалами победы, были на устах у современников и остаются в памяти потомков. В первые годы после завершения войны советские художники создали целую портретную галерею полководцев-триумфаторов. Среди них персональные изображения маршалов Советского Союза Семена Буденного, Леонида Говорова, Георгия Жукова, Ивана Конева, Константина Рокоссовского, торжественные групповые портреты знаменитых военачальников момента торжества. С самых первых мирных дней, когда еще не отгремели залпы победных салютов, с ликованием, гордостью, радостью в народном сознании неразрывно были связаны скорбь о потерях, память о подвиге павших героев, размышления о высокой тяжкой цене победы. Эти чувства разделяли художники, наполняя ими свои произведения. Героика памяти и скорби воплощался в формах конкретно реалистического описательного рассказа и в обобщающих аллегорических образах, отсылающих к евангельской иконографии, оплакивания и предстояния. Высокая аллегория в дальнейшем нашла свое выразительное воплощение и в живописи, особенно в монументальной скульптуре, например, «Родина мать зовет» Евгения Вучетича. Мотив неразрывной связи радости и скорби, памяти, героизма, заложенный в тему войны в первые дни после ее победоносного завершения, продолжает звучать в отечественном искусстве до наших дней. Едва успев закончиться, Великая Отечественная война стала темой воспоминаний, поначалу непосредственных, по неостывшим еще впечатлениям и переживаниям, и это неудивительно, слишком велико было потрясение и от долгой войны, и от наступившего мира, слишком хорошо еще помнили тяжкие военные будни, слишком свежо было в своей остроте и неизжитое народное горе. Художники, участники и очевидцы войны несут не теряющие пронзительности память о ней через первые послевоенные десятилетия, а иногда и через всю жизнь, как художник-фронтовик Борис Неменский и многие другие. Одним из центральных образов в произведениях о военном времени становится вынесшая войну женщина, труженица и страстотерпица. Отдельно и особо стоит в этом ряду женских образов фигура матери, скорбящей, оплакивающей, защищающей и сберегающей, готовой отмолить и укрыть от смерти всех сыновей воюющей страны, встречающей как родного сына любого солдата, матери-героини, дождавшейся с войны старших детей, поднявшей младших, принявшей чужих. Более полутора десятков лет до начала 1960-х основной курс произведения о войне по-прежнему создавался мастерами, лично и осознанно ее пережившими, хранящими в памяти ее страшные и высокие реалии и напряженно размышляющими о них. Пытаясь на личном опыте осмыслить и интерпретировать общенациональную трагедию, художники пишут по памяти как с натуры, бесстрашно отображая драму нанесенного войной увечья, размышляет о драме целого поколения и бедствий, постигшем целую страну. На уровень высокой и античного накала трагедии поднимается личное впечатление художника-фронтовика Бориса Неменского, увидевшего и показавшего убитых и лежащих рядом двух юношей солдат, советского и немецкого, которых уравняла смерть. Смелость обобщений и метафор, в которых интерпретируют индивидуальную и общую память о войне художники 1960-х, в большинстве своем бывшие солдаты Отечественной, соответствует обновленный язык живописи, лаконичный и немногословный, но внятный и выразительный. течением лет к размышлениям и воспоминаниям о войне и ее участников присоединяются художники более молодые и мастера следующего поколения, дети войны, дети солдат. Даже в искусстве художников-фронтовиков тема войны обретает со временем философское и символическое наполнение, а конкретные личные воспоминания, факты биографии, непосредственные наблюдения сменяются обобщенными и углубленными метафорами общей памяти, не теряющими при этом эмоциональной насыщенности. Не о своих и чужих, а о страшном нечеловеческом опыте каждого, кто попал в машину войны, говорит Вадим Сидур, бывший командир пулеметного взвода, раненый в голову и чудом выживший. Иероглифом, символом напряженной и слепой агрессии предстает его пулеметчик, сгустком слепой боли, автобиографичный раненый. Также метафорично принарошит и укрупненной конкретности в подаче своих сюжетов Гелий Коржев. Не попавший по возрасту на фронт, он размышляет не только о памяти погибших, но и о неизлечимых ранах, нанесенных войной выжившим, овдовевшим женам, осиротевшим матерям, старым солдатам. Основная тема размышлений о войне Виктора Попкова, ребенком потерявшего на фронте отца, неизбывное вдовье горе, скорбными символами которого стали героини картины «Воспоминания. Вдовы». Как и многие произведения этого десятилетия и этого ряда, одновременно реалистичная и метафоричная картина Татьяны Яблонской «Безымянная высота», где в реальном ландшафте холмисты изрыты воронками земли близ деревни Щусенко, на месте жестоких боев собираются все безымянные высоты минувшей войны, раны которые затянулись, но до конца не зажили. Первые 2,5 десятилетия после окончания войны День Победы официально не праздновался. Только в 1965 к 20-й годовщине окончания войны праздник был провозглашен государственным, а день 9 мая объявлен выходным. К этому времени родилось и стало взрослым первое поколение войны, не знавшее и не помнившее, но совсем еще не старые были ветераны и совсем молодые бывшие дети войны. Словно кадры из тяжелого, но незабываемого фильма воссоздают военные сцены художники старшего и среднего поколений, прямые участники событий. Молодые мастера предвоенных и военных годов рождения создают исторические уже по жанру картины, но пишут их с непосредственным и живым сопереживанием причастных к памяти. Глубоко погружены в драматические и остроэмоциональные взаимоотношения с памятью отцов и горем матерей подранки военного детства. Не стынет память, не рвется связь времен. Но в 1970-е годы начинает звучать щемящая тема подступающего одиночества стареющих ветеранов. Недоступным другим опыт войны соединяет их особой связью, отделяет от всех в толпе веселящихся детей и внуков и с годами оставляет наедине со своей памятью и с собой. И высоко-высоко над всеми горестями, печалями, тревогами парит, прыгая через почти невидимую скакалку, маленькая послевоенная девочка беспечно взлетает над миром и над закованным в броню памятника солдатам, подарившим ей этот мир. С каждым годом Великая Отечественная война все больше отдаляется во времени, но не уходит из народной культурной памяти. О ней продолжают вспоминать и рассказывать участники и очевидцы. Не отпускает она тех, кто никогда ее не видел, но считает счастье собственной биографии, а не перевернутой страницей истории. В искусстве 1980-1990-х находят свое отражение основные мотивы, сюжеты и образы, возникающие в первые годы войны и получившие потом свое развитие: боль прощания и сиротства, ужас войны и самоотверженность подвига, чудо возвращения, свет победы. О цене победы, о долгом и горестном эхе войны, о целом поколении, выбитом из жизни, искалеченном физически, израненном душевно, размышляет Гелий Коржев. Один из самых распространенных сюжетов в военной теме, уходящий маршем на фронт солдаты, был многократно интерпретирован и в изобразительном искусстве, и в литературе, и в кино. Как в песне поэта-фронтовика Булата Окуджавы «Уходит взвод в туман, туман, туман», на полотне Владимира Калинина год 41-й и неизвестные его солдаты исчезают, растворяясь в тумане войны и тумане истории, но навсегда остаются в народной памяти. «Я не участвую в войне, война участвует во мне». Эти слова поэт-фронтовик Юрий Левитанский сказал о себе и о своих обожженных войной сверстниках. Однако на протяжении второй половины XX века это участие продолжается в жизни нескольких поколений – ветеранов, их младших братьев, сыновей, родившихся в мирное время, но выросших рядом с ними внуков. Родившийся после войны глубоко штатский человек Сергей Щерстюк фиксирует свое родство и, вопреки всем внешним и поколенческим различиям, сходство с молодым офицером-отцом, облик которого выхватывают из прошлого со старой фотографии. Идею неразрывной связи времен наиболее прямо и убедительно выразил Виктор Калинин в своей картине «Семья воинов», где собрались в одном пространстве три поколения – дед, солдат двух мировых войн, его офицеры-сыновья и подрастающие для мирных, быть может, профессий внуки. За благополучие детей и внуков, за их и нашу мирную жизнь и созидательный труд, за все, что символизирует плакат за его спиной, поднимает свою стопку старик-ветеран, герой картины Илья Глазунова «Ваше здоровье». Летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.